Военные песни, прекрасная солнечная погода и дружные соседи. Набережная реки Купеленко стала одной из 53 площадок муниципалитета, где проходит акция «Лес Победы». Сотни жителей микрорайона собрались, чтобы посадить дерево в честь своего героя. Почетно, честно говоря. Чувствуется гордость за все поколения, которые сражались, что-то сделать. Пришли целыми семьями. Лопаты и лейки в руки взяли все. И совсем еще малыши, и их родители с бабушками и дедушками. У нас отличный дружный микрорайон. Очень много молодежи, детей много. Так что вот почаще же желательно такие мероприятия проводить. Набережную украсят более 1000 различных кустарников, а также саженцы туи и березы. Все они достаточно просты для высаживания и неприхотливы в уходе. Кстати, место для посадки белоствольных выбрали не случайно. Здесь исторически была березовая роща, которая сильно пострадала от ледяного дождя 2010 года. Каждый житель сейчас, посадив свой кустарник, причем сегодня мы заметили, как они бережно к этому относились, от маленького поколения до более взрослого. И мы думаем, что надеемся на том, что все-таки они будут приходить, любоваться своим творчеством, так скажем, и ухаживать за своими саженцами. Всего в рамках акции «Лес Победы» на территории муниципалитета высадят более 19 тысяч деревьев и кустарников. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.